Мы в полицейском участке. Вот. Тут, в принципе-то, не особо много. Вот. Надо в офис идти. Тут вот эта локация, она немножко изменена, в отличие от оригинального. Ну, то есть, полицейский участок из второй части. Вот этот коридор с тигром, но... Вот. В оригинале там и тигр другой. Вот. И сам коридор другой. Вот. Но тут тоже сейчас лизуны будут. Вот. И сам кабинет шефа тоже немножко другой. Ну, вот эти вот куклы-чудовищ. Вот. Значит, растения. Антивирусный спрей. Енот. Вот, значит. Тут немножко изменено, конечно. Тут секретного прохода нету. Здесь двери нету, другой комнаты дальше. Вот. Все. Сейчас появятся лизуны как раз. Я не знаю, что-то с тех пор, как я начал записывать с Карим, у меня немножко стало что-то тормозить почему-то при записи. Вот там лизуны. Они активно их мочат. Так, у нас появились лизуны, а больше никакие двери не открылись. Не открывается. Ой-ой-ой. Кого-то заразили, что ли? Не все в порядке. Вот эта комната, ну, второй этаж, в принципе. Какого хрена я заражен? Как использовать способность? Потому что я себе сделал против заражения, типа, эту херню. Так. Способность. Left Ctrl и Z. Что-то не получается.
Ctrl и Z. Не работает. Ну, вот я нажимаю Z. Это должно меня исцелить. Оно почему-то меня не исцеляет. Не пойму, что за хуйня, блин. Вот, способность я нажал. Left Ctrl. Применение способности Z. Нажимаю, нихера не получается. Вот это то, что у меня сейчас против заражения, оно... Там было написано, что это действует как на меня, так и на чуваков, на вот этих. Я хочу себе сейчас вколоть, а у меня не работает почему-то. Не пойму, блин, что херня? Что за херня? Я случайно управление по умолчанию сбил. Меня эта игра уже заебала, нахуй.